комплектацию станка «Ажур-1» также входит комплект накатных роликов для изготовления хомутной полосы и два комплекта роликов для подготовки профильной трубы. Ролики устанавливаются на кузнечный блок. Прокатка заготовки совершается нажатием джойстика. Далее подготовленную профильную трубу можно использовать для изготовления червонок и валют на улитках B1 или универсальные. Использование подготовленной профильной трубы облегчает конструкцию кованого изделия, а хомутная полоса закроет сварные швы.